Всем привет! Продолжаем гулять по выставкам в Петербурге. Ирарта представляет выставку Юдзи Харацуки. Называется она «Жизнь в эпоху Гендай». Юдзи, почему на твоих работах чаще изображены женщины, а не мужчины? Ну, это все равно, что сравнить цветок с картофелиной. Женщина – это ведь не только фигура, что само по себе интересно, но еще и платьица. Разные там платки, шляпки, туфельки, украшения. Гораздо более широкий спектр визуальных возможностей. Опять же, среди покупателей моих работ гораздо больше женщин, чем мужчин. Юджи, а почему глаз-то нет? У нас, говорят, глаза – это зеркало души. Хотя это, вероятно, самый банальный вопрос, который задает тебе буквально каждый, который увидел твои работы. Да, это правда. По глазам можно видеть многое. Но ведь и помимо их есть масса средств для передачи эмоций. Улыбка, горечь или печаль, крик души. Убирая глаза, я стараюсь акцентировать внимание на более широком эмоциональном спектре, заставляя людей думать глубже, проникать в образы. Вот так говорит Юдзи Харацука. В музее Ирарта представлено более 40 работ. Размышления о сегодняшней жизни, диалоги культур, искусство в эпоху глобальной циркуляции художественных образов, так пишет в анонсе. Художник развивает традиционную укиё-до картин изменчивого мира, перенося канонические японские сюжеты в повседневную среду. Работают в печатной графике, печать на особой сорте тончайшей бумаги, никаких фотошопов, все вручную. По признанию художника, новейшим компьютерным технологиям он предпочитает традиционные техники гравюры. Мне очень нравится сам процесс спокойной работы руками, как и мистическая природа создания графических изображений. Юдзи Харацука – это художник из США, который родился в Осаке. Как он говорит, он выиграл стипендию университета штата Нью-Мексико, где и получил степень магистра. У него есть дети – двое. Дочка работает дизайнером, а сын инженером, оператором на атомной станции. Ну, вот такие работы. Посмотрите, пожалуйста. Мне понравилась выставка. Я вообще люблю японскую графику. Ну, вот такие работы. Посмотрите. Все, пока. Всем привет. До свидания. Выставка будет идти по 22 июля, если я не ошибаюсь. Пока-пока. До свидания.